Да. Ковальон идет. О, Саня, на любимый. Это же человек. Что ты смотришь? Идет подрихтовка 9-му туристскому взлету школы. Голос!
ровный кол поставьте. Нет, 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 вот он не слышит. Давайте, пацаны. Маша, ты у нас? А где тут шар? Я три. Выкрите на ура. Побежать, да? Нет. Пошли. Блин, не спешите, пацаны. Ну-ка, не спеши. Да. 30 секунд. Пацаны, вы уже минуту нарвали. Коля, куда? Я с ним побегу. Марина викторину проводит. Ничего не позвали никого. Thank you.
И
надо успеть добиться с командой и песню допеть. И нет нам покоя, а чьи принесут победа, 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 все нам несут. Победа, 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 все нам несут. Мы в данный погод зашли в лес, Станислав Брониславович впереди, а мы, туристы, идем позади. Лес становится гуще и гуще, а поле в грознее, чернеющей тучи. Куда ты ведешь нас, поле в герой? Идите вы к черту, я сам здесь впервой. Куда ты ведешь нас, не видно низги? Идите за мной, не дурите мозги. Давайте сломаем полеву ногу. Куда ты, ребята, я вспомнил дорогу. А если ему сломать два ребра, тогда за год поставлю вам два. Ну ладно, ладно, Сусанин вы наш. Давайте-ка лучше построим шалаш. А учителя можно посмотреть? Ровно через год
Сейчас нам грамоты второе. Потом мы первым. Как класс. А вообще, конечно, Верти, если будем уходить, Вторинской полосе препятствий. Среди восьмых классов в четвертом месте восьмой В класс. На третьем месте восьмой В класс. На втором месте восьмой В класс. Первое место занял восьмой А класс. Второе место, седьмой А класс. И первое место, седьмой В класс.